здравствуйте, с вами мастерская Highlander Custom, и мы представляем вам итог работы над полностью автономным ВВД комплектом на базе LCT Winteress. В данном случае внутрь установлен наш полуавтоматический комплект, ВВД комплект. Установлен разработанный нами приклад под два резервуара общим объемом 150 кубических сантиметров, которых хватает на произведение 300 снайперских выстрелов или где-то 600 выстрелов с выхлопом порядка 100-120 метров в секунду. Здесь сверху приклада располагается манометр, который показывает остаток воздуха в баллоне. Снизу у нас располагается заправочный фостер. И если вы подключите к нему обычную пейнтбольную мамбу от большого баллона, можно питать всю систему от внешнего резервуара. При этом, если вы отключите, у вас еще останется внутри запас где-то на 100 выстрелов. Где-то вот около 850. Соответственно, все это стреляет. Плюс здесь добавлен экспериментальный модуль системы отдачи, который завязан в данном случае на шторку затвора. И есть, пусть и небольшой, ход затвора. В руках есть некоторое ощущение отдачи. При этом предохранитель полностью работает. Система стреляет. На этом все.